Вот вы, прокуроры мои, обвинители, вы все офонарили? Чешо, вы не можете представить, что они мне кричат на каждом шагу. Спекулянт, шкуродер, хапуга, в тюрьму его, за решетку. Может быть, я спекулянт, может быть. Но я же двигатель прогресса. Я же мыслитель. Я экономист. Если я что делаю, у меня почему-то все получается. Если я кому что обещал, железо. Скажите, вы что думаете, у меня дома свой госплан, свой институт экономики, свое счетно-вычислительное устройство? В туалетной комнате стоит. Устройство у меня есть. Но инициатива, наблюдательность и точное знание о потребностях людей. Мне, например, точно известно, что у Маргариты Григорьевны завтра дочка выходит замуж. Но это такая невеста, про которую вы все смело можете сказать: «Мадам, уже падают листья». А ейный Коля такой красавец, старый ощипанный петух рядом с Колей – это Марлон Брандо. Но невеста есть невеста, ей позарез нужен белый манекен на корпус, фату на голову и такие лодочки на ноги. Лодочки будут, не может быть речи, чтобы их не было. Но где? И где? Когда и, в-третьих, кому они нужны, если свадьба будет завтра, а лодочки послезавтра. Поэтому я добываю их вчера и продаю невесте сегодня. Я же гуманист, я же все соображаю через гум. Скажите, вы можете представить июль? Июль, жара, во рту пересохла, организм обезвожен. Пиво хоть залейся, а вот рыбки посолониться к нему... Нема, нету, ты об этом подумал? Рыбка есть, не может быть и речи, чтобы ей не было. Но где? Глубоко в море. На сенере, на складе, в Одессе у мамы, а вот рядом с пивом ей нема, нету. Ты об этом подумал? Он об этом подумал? Вы, мадам, потреб к операции? Об этом подумал? Я понимаю, тебе сейчас не до того. Тебе сейчас надо деньги сдавать, отчет, нормы на ГТО. А я включаю мозги на полную катушку, закидываю удочки у соседний магазин, и результат вы сами можете посчитать, какой. Если я плачу за рыбку по рубль 50 кило, а тебе, чудаку, ларечка, я отдаю дешевле, по рубль 30 за штучку. Скажите, вы можете представить зиму? Зима, крестьянин торжествуя, а у мамаши вашей жены день рождения. Вот такое историческое совпадение. Вам же надо к ней прийти с цветком. Вам же дипломатические отношения не с супругой своей, с которой вы уже зарегистрированы. С мамашей налаживать надо. Вы бегите в цветочный магазин, а там вот такие пальмы. Во! Искусственные. А вам же нужен живой цветок, чтобы от него пахло внимание. В смысле заботы. Ты об этом подумал? Он об этом подумал? Вы, мадам благоустройства, не слышу. А я же чудо века, я же фокусник. Я должен из ничего, из воздуха изобрести сверхзвуковой самолет целиком для себя и тару для цветов. А я же укачиваюсь. Ой, я укачиваюсь. Я укачиваюсь, я же страхом ослабленный, подозрением подорванный, весь рейс без отрыва от гигиенического пакета. Туда-сюда, туда-сюда, и все для того, чтобы ты подошел ко мне в метро, сунул мне 3 и получил 1. И пусть тебя уважает твоя любимая мамаша, корова ее забодай. Ты же в рабочее время и газеты читаешь, и журналы листаешь, и футбол обсуждаешь, у тебя же твердый оклад. А я шевелиться должен. У меня же время, деньги, а я же ночи не сплю. Я стука жду. Вдруг фининспектор
или милиционер, или оба ШС. Я же мучаюсь. И ты меня, мученика, хочешь посадить в тюрьму. За решетку его, за решетку. Может быть, меня и можно за решетку. Может быть, меня и надо за решетку. Может быть, но ненадолго. Надолго нельзя. Потому что ежели надолго, так тут надо, чтобы кто-то подумал, чтобы рядом с пивом рыбка была. Чтоб мамашины цветы государственной ценой пахли. Вот если б ты об этом подумал, он об этом подумал, она об этом подумала, они об этом подумали, вот тогда, может быть, прокурору обо мне думать не надо было бы.